Добрый день, с вами гид в Праге Элеонора Грекова. Когда я встречала свою первую весну в Чехии, я еще не очень хорошо знала местные традиции и обычаи. Однажды ранним утром раздается в дверь звонок. Я ее открываю и вижу на пороге соседа, нарядно одетого, с корзинкой в руках и плетью, украшенной ленточками. Мы вежливо поздоровались друг с другом. Надо сказать, что с соседями у нас прекрасные отношения, и люди они хорошие. Но тут вдруг сосед ни с того ни с сего начинает бить меня этой плеткой. Я настолько опешила, что молча закрыла за собой дверь. Чуть позже я узнала, что в Чехии есть такая старинная традиция. В пасхальный понедельник молодые люди приходили к девушкам хлестать их плетками из вербовых прутьев. Все это проходило в шутливой форме, сопровождалось стихами, пожеланиями здоровья и благополучия. В общем-то, девушки, собственно, сами хотели, чтобы их отхлестали. Плеть называется «помласка». Предполагается, что слово «помласка» происходит от глагола «омолаживать». Хлестать девушек помлаской означало придать им молодость и свежесть весенних прутьев. Означало, что девушки целый год будут молодыми и красивыми. При этом девушки в ответ должны были подарить раскрашенные пасхальные яйца. Приходить можно было только до 2 часов дня. Если юноша приходил позже, то его обливали холодной водой. В наше время уже мало кто сам плетет помласки. Они продаются на любой ярмарке или в супермаркете. Также и пасхальные яйца все меньше дарят, заменяют их какими-то сладкими угощениями. Хлещут уже не только незамужних девушек, но и замужних женщин, и даже старых бабушек. Ну и кто же не захочет, чтобы пусть даже символически, но им на целый год передали молодость и здоровье. Одна моя знакомая сказала: «Ничего, в понедельник мы потерпим. Зато потом придет вторник, и это будет наш день, и мы отыграемся». В последнее время эстафету ходить с помласками подхватили детишки. С утра и до обеда ребятня промышляет в поисках угощений. Воспринимаю все это как веселую игру. Причем с помласками ходят не только уже мальчики, но и девочки. Они приходят в дом, нахлестав хозяйку и получив свою порцию угощений, отправляются весело дальше. Теперь, когда звонят в дверь, я выхожу с порцией сладостей и надеждой на долгую молодость. С вами была гид в Праге Элеонора Грекова. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. До новых встреч!